Чарльз, Планерикс, давай, Алексей Сорокин. Это вообще наш резидент. Это третье его выступление, его стартап просто качает не по-детски. Отличный проект. И как помните, как в Comedy Club, там свои резиденты, а у нас свои резиденты. Надо нажать на кнопочку. Меня зовут Алексей Сорокин. Я занимаюсь дизайном интерьеров, управляю студией, учу дизайнеров интерьера. У меня есть коробочное решение для того, чтобы дизайнеров интерьера больше не было. На самом деле, нет такого, ну, бизнес очень простой. Все дизайнеры используют в планировках одни и те же предметы интерьера. В какой-то момент ко мне стали приходить люди, которые не могут себе позволить дизайнеров интерьеров. Я им дал миллиметровку, вырезал, ну, напечатал на принтере вот эти вот предметы, сказал, идите сами сделайте себе проект. Они ушли и сами сделали свои чертежи планировки. Я подумал, о, прикольно. И сделал набор конструкторов. В этой коробочке листики с наклеечками, которым можно много раз приклеивать, отклеивать и делать чертежи, планировки дома, квартиры, чего угодно. Офис, рестораны сейчас пошли. Наклеечки удобные, много раз много что переклеивать, прям очень такие технологичные. Похоже на стикеры Post-it, закладки, которые вы используете у себя в журналах. Вот такая планировка. А здесь всего лишь, на самом деле, если посчитать, использовано всего 50 наклеек, а в наборе их 1300. Но, помимо того, что это сам продукт, как коробка, можно покупать, ему цена 679 рублей в рознице, мы придумали мобильное приложение. Дополненная реальность позволяет увидеть не одинную планировку, а все-все-все наклейки, которые сделаны. И у нас уникальная технология. Мы распознаем более 100 наклеек в кадре мобильного приложения. И получается, можем отображать в мобильном приложении планировку, которую вы сами приклеили вот здесь вот и сейчас. Нет компьютера, вы находитесь в коттедже, нет интернета, но смартфон, набор наклеек, сами сделали, показали строителям все, что нужно. Так как мы распознаем наши наклейки, мы, соответственно, понимаем, что же вы выбрали, и делаем онлайн-сметки, онлайн-спецификации. И, кроме того, это все еще совместимо с ДВГ, ПЛА, можно потом доработать, если хотите, в компьютерной программе. С этой идеей я пошел в крупные сети, и сейчас у меня есть контракты с Leroy Merlin, Carauto, вот этими сетями. Они хотят, и нам дают два фейсинга в приказ СЗ. После этого я пошел к девелоперам, говорю, ребят, давайте сделаем брендированные наборы. И вот сейчас вот ЛСР и ПИК, мы говорим о том, что это будет реклама в журнале там, РБК, ведомости, где будет полоса с их планировками и вот набор наклеек. 130 тысяч тираж. Соответственно, деньги я зарабатываю на том, что делаю брендированные наборы. Я сделал набор еще для ландшафтного дизайна и брендируем сейчас Керхер и Гарден. То есть можно там выклеивать яблони, где вы там посадите, дождеватели все эти. Это монетизация B2B, но на самом деле больше всего денег на старте я хочу заработать от продажи просто наборов, потому что прикольная, простая коробочка. И сам Leroy Merlin сказал, что он бы реалистично продавал около 200 штук в месяц без федеральной рекламы. Ну, я, соответственно, ожидаю порядка 20 тысяч на год, 20 тысяч штук в месяц мой оборот. Собственно, прошу немного. Мне нужно напечатать первый тираж, заняться доработкой моделей для ландшафтного дизайна. И все это нужно переводить быстро на английский язык и запускать не только в России, а за рубежом. Мои контакты, моя команда, хорошие ребята дополненной реальности в Перми. Ну и, в принципе, все. Ну что, ребят, я недаром сказал, что это прекрасный стартап, причем, заметьте, ведь практически не каждый из нас не думал про такого рода как бы аппликации, да, но каждая, мне кажется, девушка мечтает стать дизайнером, да?
девочки от 12 лет, это хорошая игрушка для этого. Да мне кажется, от 7 лет уже бери там и это. Моим детям пока 2 года, я не знаю. У нас есть представители детского мира? Вот это, знаете, когда едешь, там такой детский мир, и все такое. Если вдруг есть знакомые через стой локоть, познакомьте, пожалуйста, наш стартап, нашего, так сказать, резиденты, и к вам прибудет в карму, прям запишется такой зеленой строчкой в карму за стартап. Ну, мне осталось сертификацию получить на детские товары, ну и я все. В этой сети встану. И полный вперед. Спасибо тебе, дружище. Спасибо. Спасибо. Итак.